Одно из любимых зимних развлечений для детей и взрослых – катание на коньках. Во всех городских парках с приходом зимы открываются бесплатные ледовые площадки. Каток в парке имени Юрия Гагарина считается самым большим по площади. Ледовое покрытие занимает 8 тысяч квадратных метров. Он представляет собой закольцованную аллею. А каток в парке Дружбы, по словам самарцев, один из самых красивых. Каждый год его украшают световой иллюминацией в виде шатра. На катке в парке Победы в самом центре расположен новогодний елочный комплекс. А сегодня открылся один из самых популярных катков Самары в парке 50-летия октября. Каток состоит из двух частей. Во-первых, это хоккейная площадка, а во-вторых, это залитые аллеи. Работы велись далеко не один день. В течение двух недель велась заливка. Как только наступили хорошие морозы и погода стала позволять делать хороший лед, у нас готов лед, у нас запущен пункт проката коньков. С заточкой у нас работает теплая раздевалка. Проверить качество льда желающие могут уже сегодня. К их услугам как закрытая хоккейная площадка, так и прогулочная аллея. Любители активного отдыха в прокате ждут 120 пар коньков разных размеров для детей и взрослых. В этом году прям вообще лед очень прекрасный. Вот. Так что все для детишек сделано. Вот. Сами тоже катаемся периодически. Раз в неделю. Раздевалка, да, приятная раздевалка. Вот там напротив, прекрасно. Пришел, переоделся. Тепло, уютно. Вышел на каток, покатался. Замерз, пошел, погрелся. Ну все прекрасно. В течение следующей недели ледовые площадки откроются и в других парках, а вместе с ними и пункты проката коньков и лыж, а также точки горячего питания. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.